данные смарт-карты к валидаторам на почту. Обращаем ваше внимание, что кондуктор имеет право проверять бесконтактные смарт-карты валидаторам контроля. При этом поиск из карты не списывается. При контроле оплаты проезда льготными проездными билетами без фотографий необходимо предъявлять документ, удостоверяющий личность. Помните, что за уклонение от оплаты проезда полагается штраф 500 рублей. Остановка Светлановский проспект. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Учительская улица.